Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости. Все это cybersport.ru. Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и сегодня мы поговорим о халяве World of Tanks. Халяву мы, конечно, все любим. Все мы любим получать какие-нибудь бонус-коды, бесплатные прем-танчики на день рождения World of Tanks или на Новый год, и просто получать какие-то плюшки в различных акциях и марафонах. Но, к сожалению, сама картошка не так часто устраивает для нас какие-то интересные раздачи и не так часто мутит для нас какие-то бонус-коды. Последний был, насколько я помню, на Новый год, и то он давал какие-то небольшие там бусты, ресурсы и какие-то там несколько буквально аптечек. Но зачастую бывает так, что мы выбиваем у картошки где-то 200-300 тысяч голды, проводим розыгрыш там на 30-40-50 прем-танков, но при этом участников самих бывает по 20-30 тысяч. И вы сами понимаете, что на 30 тысяч участников 50 прем-танков это очень мало и очень много остается недовольных. По этой причине я много раз и уже давным-давно просил картошку о том, чтобы она сделала какой-нибудь для моего канала уникальный бонус-код. Бонус-код, который я могу подарить своей аудитории, подарить своим зрителям и который даст им какие-то плюшки, и чтобы активировать его могли неограниченное количество людей. Картошка, конечно, долго мялась, говорила там то, пятое, десятое, технически невозможно, это для нас сложно, потом как-нибудь сделаем, но вот наконец-то сегодня она это все допилила и разродилась бонус-кодом. Он сейчас у вас на экране. И да-да, вы не ошиблись, бонус-код это мой ник, ник моего канала, просто Джофф. Его нужно вводить в личном кабинете на сайте, и именно он активирует несколько боевых задач, благодаря которым вы сможете получить очень интересные плюшки. По новой картофельной традиции, чтобы получить плюшки, недостаточно просто ввести бонус-код, а нужно выполнить простенькие боевые задачи. Ну, чтобы, как говорится, разные плюшки не падали на те аккаунты, на которых вообще никто не играет. Итак, друзья, давайте я вам расскажу, что же вам дает вот этот мой бонус-код, который разработчики сделали лично для моего канала. Он вам дает 3 боевые задачи. Номер 1. Сразу, как только вы входите в игру, вы получаете на ближайшие 10 боев опыт x1.5. То есть, не просто x2 на первую победу, а x1.5 рейд на каждый бой на любом танке. Как говорится, хорошо, но это только начало. Вторая боевая задача уже чуточку посложнее. Нужно провести 20 боев на своем аккаунте, и за это вы получаете один день према. Просто один день према бесплатно, только за то, что вы провели 20 боев. Но при этом есть небольшой нюанс. Нужно провести 20 боев и попасть в своей команде в топ-10 по опыту. То есть это специально сделано, чтобы не было АФКшников, чтобы никто не выходил в бой и после этого сразу не выходил в ангар, чтобы хотя бы люди делали по 2-3 выстрела. Выходите в бой, нормально играете, попадаете в топ-10 своей команды по опыту, и через 20 боев вы получаете бесплатно один день према. И последняя боевая задача, и самая, конечно же, интересная. Всего с момента входа нужно провести 100 боев, и за это вы получаете в аренду на 3 дня бесплатно премиум танк 8 уровня. Шведский СТРВ С1. Тот самый прем, который супер незаметный, который быстрый, который даже иногда может танкануть, и у которого на 8 уровне 288 пробоя. Сами понимаете, что машина, конечно, не самая БТРная, но в кустах на ней фармить очень и очень удобно. Но, друзья, у этого бонус-кода есть кое-какие ограничения. Активировать его могут не все игроки, а только некоторые. Чтобы его активировать, у вас должно быть 3000 боев или больше. То есть какие-то там свежесозданные твинки тут не подойдут, и нужно, чтобы у вас был достаточно старый аккаунт. Плюс, еще одно условие для активации этого моего личного бонус-кода, нужно, чтобы вы не заходили в нашу игру в течение последних 60 дней. Это касается и проекта World of Tanks, и проекта World of Warships, и проекта World of Tanks Blitz. То есть, получается, этот бонус-код создан специально для тех игроков, которые давно в танки не заходили, которые когда-то танки бросили, там их задолбала арта, маус не танкует, прем танки СТА-2 никто не апает, КВ-5 не нагибает и все такое прочее, ЛТ ничего не могут сделать. И вот проходит там, допустим, полгода, многое меняется, сейчас вообще в патче 9.18 очень многое поменялось, там арту переделали абсолютно, ввели ЛТ 10 уровня, маусу в прошлом патче добавили брони, и вот сейчас специально для таких игроков, которые более чем 2 месяца не заходили в игру, вот такой вот бонус-код. Если вы один из них, вводите, играете, получаете прем-танк 8 уровня на 3 дня и, как говорится, радуетесь жизни. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Еще раз повторю главные пункты. Бонус-код – это мой ник, Джофф. Именно его надо вводить в личном кабинете. Бонус-код дает вам 3 боевые задачи. Первая – это 1.5 опыта на все танки на ближайшие первые 10 боев. Вторая боевая задача – это то, что нужно провести всего 20 боев и получить бесплатно один день према. И третья боевая задача – это нужно провести всего 100 боев и получить бесплатно премтанк 8 уровня в аренду на 3 дня. И спокойно себе фармить. Но доступен этот
этот бонус-код именно тем игрокам, у которых 3000 боев или больше, и которые в течение последних 60 дней не заходили в танки, и которым нужна была какая-нибудь мотивация, чтобы зайти и снова начать играть. Вот мотивация, как говорится, есть. Но вы знаете, ребята, я понимаю тех людей, которые могут зайти на видео, потому что заголовок громкий, посмотреть и понять, что бонус-код не для них. Это да, это обидно, но тут я, ребята, никак на картошку повлиять не могу, она сама это придумывала, она и сама этот бонус-код создала, и она решила, что он будет именно для тех, кто давно в игру не играл, но вот хочет вернуться, смотрит мои стримы, и вот как раз это для них повод. Но это, пацаны, не причина горевать. Я решил, чтобы все было по справедливости, чтобы никому не было обидно, сделать лично от себя розыгрыш. Давайте, например, сегодня разыграем, 20 прем-танков 8 уровня. Пусть это будет Супер Першинг, потому что Супер Першинг любят очень многие, потому что играется на нем достаточно легко, ну и главная причина, у него льготный уровень боев. Вот, просто чтобы это видео было халявой не только для тех, кто давно не играет в игру, но и для тех, кто активно в нее продолжает играть и смотрит мои видео, давайте сделаем такой вот розыгрыш. Чтобы в нем участвовать, надо просто нажать лайк этому видео, оставить один комментарий под этим видео с любым текстом и со своим ником, допустим, там, участвую в конкурсе, всем спасибо, и мой никнейм такой-то. И в конце этой недели я подведу итоги, выберу 20 счастливчиков, их ники будут опубликованы и на ютубе в комментариях под этим видео, и в моей группе ВКонтакте, так что следите. Вот, надеюсь, ребятки, вам эта акция понравится, потому что, честно вам скажу, если эта акция зайдет, то будут и другие акции с разными другими тематиками. Тут уже все зависит от картошки и, по сути, от нас. Главное показать картошке, что вот это оно работает, что нам хочется не только акции каких-то бонус-кодов для старых игроков, ну и хочется что-нибудь интересное для новых. Так что, ребятки, прошу вас просто это все поддержать, эту тему, все, да, там нажать лайк, там подписаться на канал, оставить какой-нибудь позитивный комментарий, и, возможно, в будущем там через нас, через блогеров будут проводиться какие-то интересные там акции, марафоны, боже, называйте это как хотите, именно для тех, кто уже сейчас активен. Как говорится, чем черт не шутит. На этом у меня, в принципе, все. Используйте бонус-код, если вы давно не играли, участвуйте в моем розыгрыше, если вы все еще активно продолжаете играть. Ну и, как говорится, удачи вам на полях сражений. Пока-пока.